Погода пасмурная. Тучки ходят хмуро. А мы едем. Всем, ребят, привет! Сегодня у нас очередной выход. Снимаю я в машине, потому что на месте поболтать времени совсем не будет. Погода у нас ужасная, то и гляди, хлынет дождик, но все же я еду. А также, ребят, вы, наверное, заметили, что я еду в очках. Погода пасмурная, а он в очках. Но это вынужденно, ребят. Сейчас только что был в больнице, заходил к глазнику. У меня проблема с глазом, с правым. В общем, бытовая у меня производственная такая была вчера ситуация, что повредил себе глазик. Вот. И за ночь он у меня здорово распух, опух. Вот такой он красивый, как вы видите. Вот. Так что сегодня я буду все прятать его под очками. Так что не обессудьте, это не выпендреж, а вынужденно. Так что еду на одно местечко. Вчера мне позвонил один местный житель, сказал: Саня, у нас в центре деревни распахали, готовят площадку под детскую. То есть все разровняли там, выкорчевали деревья. В общем, блин, ветрище за бортом, вообще жуть, деревья, то и гляди, повалит. В общем, еду я в деревушку, которая перспективная, между прочим. Там я постоянно поднимал хорошие находки. И там сделали распашку. Именно бульдозер снес несколько слоев почвы, будут делать детскую площадку. И меня радует тем, что центр этой деревни был в свое время очень богатый, зажиточный. Там были бояре в центре деревни. И рядом была там еще и церковь. Так что именно на эту деревню, на эту распашку я и рву, чтобы оказаться первым. Распахивали вчера, вот, хотел сегодня утром, но пришлось в больницу доехать. В общем, я не знаю, как получится, но я думаю, хоть одну царскую монету у меня сегодня будет. Причем не надо ни шурфить, ничего, все будет верховое. Так что я думаю, если вы меня видите, значит, находки у нас есть. По приезду вступление, думаю, делать не буду. Сразу приступлю к попу. Так что, я думаю, сегодня не зря я выехал в такую мерзкую погоду. Тем более со своим здоровьем, с глазиком. Еду, а все расплывается. Вот, так что, земляной дед, я думаю, сегодня меня порадует. Все, ждем и переключаемся. Итак, ребят, приехали мы на место. Есть плюсы, есть минусы тем, что здесь вот еще ведутся тракторные работы, то есть чистят участок. Вот, но это радует то, что мы будем здесь первыми. Подождем немножко, пока трактор нам объем информации, где копать, почистит. И мы сразу включим наш металлоискатель, возьмем в руки лопату и будем искать монеты. Старые жильцы мне говорили, что мимо этого места проходила непосредственно тропа к церкви. Вот, думаю, на этой тропе мы что-нибудь и найдем. Раньше были заросли, очень много было кустов, деревьев. Трактор все это убирает, и мы по чистому чернозему пройдемся. Так что радует, радует. Итак, ребят, трактор тут оголил вот такие вот кусты. И внизу, смотрите, что появилось. Какая-то ямина. Но кладка, смотрите, белая. Кирпичи красные, связываются с белым раствором. А это означает, что раствор царского времени. И вот он такой вот. Офигеть. Если вовнутрь заглянуть,
Там тоже стены, но мусор современный. А стены там вот кладочка. Имеет, вот видите, белый раствор. Любопытное место. Время будет, может быть, полазим там. Итак, ребят, первая находка, но, к сожалению, это у нас советик. 3 копейки 1935 года. Со старым гербом. Неплохо. У нас трактор отдыхает на обеде. Разрешил он мне совместно покопать. Он большим ковшом, а я маленьким. Так что нормально, продолжаем. Итак, ребят, находка. Находка вот такого разряда. Не знаю, для подшипника он здоровый. Может быть, пушечное ядро. Как вы думаете? Диаметр я не знаю. Так что может быть и пушечное. Возьмем, диаметр замерим. Итак, ребята, ну и первая монета, я думаю, что это царская. Да, это у нас николаевский образец, 2 копейки, ЕМ. Сейчас год скажу. Так, год 1874. Вот такая вот монета. Первая царская, думаю, не последняя. Прошелся всего пару ходок туда, пока трактор на обеде был. Пробежался там, нашел старую пуговку, которую большого размера, в диаметре, наверное, как монета. И какой-то латунный, наверное, от иконы такой силуэт. Ну, на обзоре чуть позже покажу. Продолжаем. Есть монеты? Есть. Итак, ребята, очередная монетка, и я убежден, что это монета. Но она имеет небольшую деформацию. Сейчас посмотрим, что за монета. Ух, как я давно их не подымал. Это у нас деньга. Классный сохранчик 1753 года. Монета эпохи Анны Иоанновны. Вот такая вот монета. Деньга. Классная, классная. Давненько у меня не было 18 века. Прикольно, зачетно. Продолжаем. Объем работы у нас сегодня хватит. Свыше крыши. Даже придется, наверное, еще приезжать сюда. Потому что вон там он проходит дорога. И возле дороги стопудово по ту и по эту сторону были дома. Так что здесь вот можно что-то либо он там поискать, потому что трактор сносит. Я, правда, не вижу, что там вообще. Но я думаю, что там все-таки есть дымовые ямы. И может там тоже фортанет. А так, продолжаем. Вот с меня можно поздравить вот с такой древней находкой. Деньга Анны Ивановны. Классно. Так, ребята, еще одна монетосина. Но это, наверное, советина. Вижу, что желтая. Ах, ах, ах. Это ходячка. Блин, блинский. Я уж думал, монета. Итак, ребят, перебрался я уже вот на это местечко. Там как бы тихо было. И вот здесь же первый сигнал. И выпал, вот он, кругляшок. Берем его вместе с вами и смотрим. Что это? Что это? Блин, это не монета. Это какой-то жетон. Проглядывается цифра 25. А было похоже на монету. Ну ладно. Находка. Забираем. Ну а на этот раз, ребят, точно выпала монета. Но монета дефектованная. Это у нас 20 копеек 36 года. Рамочник. Видно, хотели из него колечко делать, потому что по всей окружности у нас заплющили. Ладно, идем дальше. Забавная штука такая. Да. Итак, ребят, трактор продолжает чистить здесь. И верховой нашел вот такую вот шайбу. Он даже его, смотрите, ковшом зацепил. Проглядывается чистая медь.
И это у нас пята кольцевик 1856 года. Жалко, конечно, жалко. Это плюс он еще совсем затертый. Но год я разглядел. Через объектив вы не увидите. Ну, попозже я еще постараюсь его почистить и вам его продемонстрировать, в каком виде он у нас имеется. Но это кольцевик 5 копеек 1856. Так что так. Есть здесь кое-что. Потеряшечки валяются. Смотрим дальше. Итак, ребят, поменял я прибор на свой любимый Асечку. Почему поменял? Потому что здесь очень мусора много. А Аська хорошо различает. И вот различила. Выпала монета 20 копеек 39 года. Приятно. Буквально сразу же вышел. И сигнал монетный. Зачет, зачет. Продолжаем. Итак, ребят, еще одна монетка. И монетка снова советская. На этот раз 10 копеек, тоже рамочник. Год, наверное, 57-й. Вот такая вот монетка. Была еще советская копеечка. Но год я не знаю. И не показывал вам. А так, в среднем, лучше, чем ничего. Продолжаем. Итак, ребят, действительно, здесь все-таки проходила дорога и проходила в ту сторону, потому что все находки, кроме пятака, в этой местности. И вот сейчас тоже выпал сигнальчик. Я искал что-то круглое, а оказывается, вот такой вот женский крестик-лепесток. Зачетная находка. Приятно тем, что все в сохране. Ушко на месте, рисунок отчетливо проглядывается. Забираем. Конечно, забираем. Такие вещи нельзя оставлять. Так что идем, продолжаем. Аська просто меня радует. Итак, находка. Никак не ожидал. Но все же это у нас оказалась пуговка-гирька. Вот такая пуговица. Она у нас, наверное, оловянная. И хочу сказать, что пуговица 16-17 век. Зачетная пуговка, целое ушко. Приятно находить такие древности. Очень приятно. Хожу все по этому же месту, где якобы была в свое время дорога, которая проходила в храм, в церковь. Вот, так что все находки вот именно здесь вот. Плюс-минус метра 3-4 в ширину. Так что идем дальше. Вон в той, ребят, ямке у меня была находка пуговка-гирька. Здесь какой-то кусок шмурдятины. И вот здесь вот выпало что-то похожее на монету. И это, да, это монета. Деньга 1753 года. Снова такая же монета. И это у нас, если не ошибаюсь, Екатерина. Пол копейки екатериновских. Деньга. Зачетно, зачетно. Все монеты, которые сегодня я поднял, были вот на этой тропинке. Вот на этой. Вон там был пятак верховой. Вон там двадцатка 36-го, если не ошибаюсь. Вот. И все монеты остальные были именно вот здесь, вот в этом промежутке. Удачно я, конечно же, нашел ту тропу, про которую мне местный старче говорил. Сейчас подъезжала женщина. Вот. Пообщались, поразговаривали. Короче, она получается староста. Довольно-таки умная женщина. Поговорили немного об истории. Вот, так что она не против, что я здесь хожу с металлоискателем. Показал, поделился с ней находками. Вот. Ну, глаза у нее тоже горели. Так что она тоже, походу, историю любит. Ладно, посмотрим. Сейчас еще минут 5-10 походим и решим, домой или продолжать. Итак, разломал камушек, и появился вот такой вот крест.
Классный крест. Такого образца крестов у меня в коллекции еще нет. Но это, походу, медный или латунный. Ну, приятный, приятный крест. Тем, что у меня таких нету еще. Классный. Приятная находка. Забираем. Перебрался я немножко с той стороны. И иду здесь вот. Здесь все чисто, вообще чисто. И вот здесь вот, где, так, вон в той ямке 20 копеек было, 36-го. И вот здесь вот крест. Неплохо, неплохо. Итак, ребят, находка. Находка у нас советский пятачок. В очень бодром таком сохране, 46-го года. Ничего интересного, обычный, заврядный. Пятачок 46-го, самый распространенный год из всех пятаков. Ладно, идем дальше. Итак, ребят, сейчас приезжал пожилой мужчина, можно уже дедом его назвать. Вот сейчас вот здесь вот на велосипеде будет проезжать. Вон он. Живет он в этом доме вот. И он находил 1 рубль серебряный Елизаветы. И вот он говорит, что продал его, хвастался, продал за 6000 рублей. Я его сразу разочаровал, он, конечно, расстроенный уехал. Сказал, что минимум такой рубль стоит 20-ку. Уехал, конечно, с расстройством. Ну ладно, позлорадствовал он и сам в такую неудобную ситуацию попал. Ладно, продолжаем. Итак, ребят, буду заканчивать свой видеокоп своими находками, которые я сегодня сделал. Копали мы примерно 5 часов. За 5 часов подняли и царский, и советский, и шмурдячок. В общем, все-все-все было. Я, конечно, ожидал от этого места большего, но от имения лучшего, и будем радоваться этому. Проходили весь день в очках. Глазик у меня немножко смотреть стал, то есть уже можно, в принципе, без очков ходить, но все равно в целях безопасности, чтобы не задуло. Капли прикупил, капаем. Вот, так что будьте аккуратны, если работаете руками, обязательно в защитных очках. Ну а сейчас к находкам. Ну а по находкам все уложил здесь вот. Начнем вот с таких вот вещей. Все это латунь. Вот я их все равно взял. Вот такие вот вещицы, я уж не помню, если не ошибаюсь, можете меня поправить. Но это, по-моему, от керосинки отражатель. Могу ошибаться, могу ошибаться. Вот, вот такая декоративная фиговина появилась у меня, не знаю что. Но здесь проглядывается орнамент какой-то красивый. Очень блестело, очень. Это у нас не знаю что, вот это от зажигалки. Зажигалочка, тоже латунь. Кран. А потом вот такие вещи. И вот такая вот приятная вещица. Я так понимаю, это пушечное ядро. Если я ошибаюсь, можете меня поправить. Но по остальным находкам у нас получилось вот так. Со шмурдяка самая первая находка была вот такая вот старая большая пуговица. Потом наперстник такой вот без донышка. Вот такое вот интересное, стеклянное. Не знаю, что это такое. Колечко, два крестика, приятных крестика. Пуговка-гирька. Это у нас от конской упряжи. Конина. Вот такой вот у нас был ворошиловский стрелок, снайпер. В пятак попал, зарядил. Очень здорово. Затем вот такая фиговина была. Не знаю, что это такое, но звенело очень звонко. Я ее взял. Может быть, я могу ошибаться. Затем вот такая вот, 25 цифра выбита. Вот, не знаю, что это такое. Возможно, кто-то из вас подскажет. Ходячка. По советам получилось копеечка. 10 копеек. Какого у нас тут год, это, к сожалению, сказать не могу.
нужно чистить. Наверное, какой-нибудь 50 какой-то. 20-ка 36-го года. 20-ка 39-го года. Копеечка 57-го. Трешечка в очень бодром сохране 35-го. Старым гербом. И пятачок 46-го. Тоже приятный сохранчик. По царям сегодня было тоже неплохо. 2 копейки Александра II 1874 года. Деньга. Тридцать пятый, походу. Наверное, 35-й. Потом 53-й, 1753-й. И вот такая вот монета. Было бы приятно, если бы она была в очень хорошем сохране, но ее трактор двигал и повредил. Была верховая, я ее даже не искал. Жалко. Монета 1839 года. Был бы хороший бодрый сохран. В каталоге она числится как 2200 с чем-то. Ну, цены я прикладывать буду, так что будете все знать, почем мои находки. Так что вот так вот получилось у меня. Неплохо, но хотелось бы и лучше. Ну, а сейчас попрощаюсь. Итак, ребят, на этом и все. Находки вы все сами видели. Все банально. Советики, кое-какие есть царские монеты. Радует то, что давно я не поднимал деньгу. И сегодня выскочило аж две. Обе 1753 года. Приятно? Приятно. Ну, в целом получилось 13 монет вместе с убитыми, дефектовыми. Земляной дед все равно нас порадовал. Так что и все. На этом и все. Побольше хабара, побольше, чем у меня сегодня. Так что увидимся в следующий раз на Кобе. Пока!